Номер 1233. События дня. Сирахов 35:14. Боящийся Господа ничего не устрашится и не убоится, ибо Он – надежда его. Блаженна душа боящегося Господа, кем он держится и кто опора его? Очи Господа на любящих его. Он – могущественная защита и крепкая опора, покров от зноя и покров от полуденного жара, охранение от преткновения и защита от падения. Он возвышает души и просвещает очи, дает вращевство, жизнь и благословение. За 2 мая 2019 года. Ну, тут наше объявление – в нашей Барнаульской, которое можете дать и другим. В нашей Барнаульской крестовоздвиженской общине в возрасте 42 лет умерла Дробот Анастасия Валерьевна. Остались дети. Енафа, рождение 23 февраля 2001 года. Иван, 21 мая 2002 года. Ефросиния, 29 октября 2003 года. И Нестор, 14 марта 2006 года. Муж, глухонемой Андрей. Да еще и на ногах не всегда стоит. Как Анастасия выпросила у Бога 10 лет жизни, и они уже прошли. Вот мы с ней беседовали 10 октября. В 17 году она в больнице была. Я говорю, не хочешь еще попросить? Она говорит, нет. Я просила у Господа, чтобы поднять детей немножко хотя бы. Дальше отпевание, проводы в последний земной путь Анастасии Дробот, сестры нашей, 25 июля 2018 года. Ну, отпевание тут, все это... Действительно, так все было. А то много обманов тут есть. Если у людей есть желание помочь оказывать, просят адрес ребятишек четверо, создать какой-то фонд. Можете направить на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона 790-69-68-6306. Галина Александровна Загуляева. Это моя карта. Это она говорит. Община доверила мне собирать и хранить эти средства. Расходуются средства на те или иные нужды детей по благословению батюшки отца Акима Лапкина, по совету Лапкина Игнатия Тихоновича и нашего врача Яковлева Виктора Андреевича. Трое советчики. Для других, кто будет спрашивать номер карты, это Сбербанк 4276-0209-4465. Опять 7334. После 4 цифр везде пробел. Все на этом. Хотелось немного показать кое-что. Ну, день сижу дома тут. Не очень-то. Утром застыло на палец. На палец почти толщина льда. Ну, поменьше, но так вот. Ну, и кое-что вот это вот у меня было под одним роликом у Шахматова. Много отзывов было. И я не видел здесь. А оказалось, тускло, нельзя прочитать. Вот я решил показать заново. Владимир Чесноков. Не, по-моему, это не мой ролик, это он выставил его. Алексей Викторович Шахматов. Лапкин так. Библия этот не православный, в кавычках, Лапкин, знает получше, чем самый православный преправославный. Правильно, сейчас любят себе делать кумиров из ведущих каналов, а ведь не сотвори себе кумира. Ну и дальше тут легализации Евангелия, как делать, как регистрироваться, я отвечаю тут. Заходите. Большая масштабная работа. Получилось не просто интервью, а полноценный документальный фильм. Ну так, я буду проводить, а вы сами посчитайте. Считать можно. Тем более я уже не считал, а так же провел. Интересные отзывы. На меня тут говорит. Вот что он тут говорит один. Очень хорошо. Большая масштабная работа. Документальный фильм получился. Смотришь на одном дыхании. Какая-то линда, мэре, не понимаю. Концовка. Чего стоит глубоко, тонко, одновременно просто. Если говорить о личности Игнатия Лапкина, то он, безусловно, уникум, харизмат и ходящая энциклопедия. Подкован как в теории православия, так и в практике прямого общения с живым Богом. Самое главное, что его рассказы о своей биографии, книгах, общине, детском лагере и прочих достижениях, многим все это перечисленное ошибочно кажется самовосхвалением, тщеславием, гордыней.
На самом же деле весь его путь есть мощная живая проповедь, которая уже привела в лоно РПЦ и МП бесчетное количество иноверцев, еретиков и атеистов. Вот это и есть его главный козырь, в котором растворяются любые гневные и псевдообличительные комментарии. Имеющие уши и слышать, да слышит. Я вчера как раз ролик такой, да, и в двух местах у апостола Павла взял. Просто в двух местах всего только. В одном он 21 раз говорит «я». И в другом месте 21 раз. А чем это объяснить? Я понял, это три семерки. 7 и 3 – 21. А для чего? Что подражайте мне, как я Христу. Они могут сказать, кто нападает? Да нет. У нас работает команда, которая там выставляет, оплачивает. И вот один из близких людей говорит в чат рулетки, надо, чтобы человеку было интересно, расскажите о своей необыкновенной биографии, сколько претерпеть пришлось, что сделали, чтобы привлечь. А как? Здравствуйте, я появился. Все кричат, Хоттабыч, Хоттабыч. У них даже не знают, что с бородами был Достоевский, Лев Толстой. Ну, люди-то какие? Мне все вспоминается, как Владимир Вольфович Жириновский говорит, ну, народ-то какой? За Ксению Собчак эту Б проголосовала больше, чем за меня. А я партию образовал. Сколько лет? Ну, если наши предложения Дума не пропускает, нас большинство. Вот так. Вот дальше. Тамара, мы не пережили то, что он пережил. При этом сохранил ум и сердце. Что мы такие требования предъявляем пожилому уже человеку? И вот дальше здесь я сейчас провожу. Просчитайте. Здесь вроде чисто сегодня текст идет. Это под одним роликом, чтобы столько было отзывов, это удивительно. Значит, достигло где-то. Я вчера только говорил, мне нужно, чтобы Алексея Викторовича Шахматова на меня вывести, по скайпу поговорить. Я ему приглашение высылаю, в Потеряевку приехать, считайте пока. Чтобы пожил там с сыном, там сын больной, ему будет очень удобно, комфортно, как они говорят. И он там побудет, отдохнет. Будет ходить, рыбачить, гальяна ловить. Отдыхать, плавать, купаться, лодку дам. И вот моя душа, как говорится слово, прикипела к нему. Почему? Вижу, что вся жизнь прошла у него всех с индустрии. Безобразие. И сейчас-то веры никакой нету. А он приехал, такую даль летел-то. Я это все ценю и молюсь о нем. Теперь он в моей молитве вышел даже раньше представителей власти, Путина и других. Не знаю, не могу объяснить пока, чем это связано. Или в самом деле он тут что-то найдет, или как. Я просто удивлен, такую даль лететь ни зачем, в Барнаул. Это быть в аэропорту, представляя, как он собирался, неизвестно летит, вопросы чужие. Своих-то вопросов у него почти и не было ни одного. И вдруг прилетает сюда. И видно дело, что после того, как он поехал, он прямо бесноваться начал. Материться охота, блудить. Но явно дело, кто это говорит? Это же демон говорит. Это не он. И мне очень тревожно за него. И я его приглашаю. Кто имеет на него какое-то влияние или что-то, скажите, поезжай, Алёша, отдохнешь. Я ему домик отдельно выделяю, совершенно независимый. Когда встанет, когда ляжет, будет ходить в храм, не будет. Там будут на месте говорить, принуждать никто не будет, но беседы, конечно, будут. Максим Грек, если проклят, уклоняющийся от заповедей Божьих, как слышно в Священном Песнопении, той же клятвы подлежат истребляющие бритвы бороды свои. А я ему сказал, вот и все, под проклятием все это. А теперь одна пишет ему, в какой же, простите, мы все с вами пребываем, и все иллюзии нашей духовной жизни вмиг улетучиваются, и тогда не очень пахнет уже не от этого старика с большой буквы, а зловоние стоит от нас и образа нашей жизни. Надеюсь, сумбур мысли моих более мне понятен, но буду еще долго думать и размышлять. Алексей, благодарю.
Это ему говорит, какой запах он нашел, чего. От самого вонища так идет табаком. Да тут покурил и к нам заходит. Я даже ему в храм разрешил зайти, а хотя с папиросами на территорию нельзя. Вот где вонище-то есть. Вонючка-то какая. Это вот слова его, я к нему их возвращаю. У нас нет вони. У нас благоухание молитвы. Директора заходят только на наш, а мы занятия ведем в ограде. И заходит директор красного магазина. И сразу Исаев. А что у вас тут? Кто? Мы говорим, это храм. Такая аура, такой свет стоит днем. Да вы что? Ну, это же самое говорил не кто-то, а ректор Государственно-технического университета Евстигнеев. Зашел на наши занятия и остановился. А потом спрашивает, а что за люди у вас? Я говорю, да вот тут всякие разные. Краевая администрация, СКГБ. А вы видите, как у людей лица сияют? А у него 21 тысяча студентов, и не сияет ни один. Я говорю, нет, да вы что? Вроде такой вы духовный человек и не видите. Я говорю, нет. Да ну прям все, весь зал сияет каким-то светом необыкновенным. Это, говорят, разные люди. А какие-нибудь там Дулевичи, там Георгий Максимов или кто-то, которые ничего не знают, ни разу не встречались, не были. Но они как-то прикасаются к миссионерскому отделу. Значит, там легион в каждом. Что я могу дать им? Вот смотрите. Духовно больные сами, дескать, показывают им, вот они. Не болен, как апостол Павел. Про одежду. Дискриминацию нашли женщин. Наоборот, мы женщину возвысили, на ее место поставили. Вот считайте. Говорят, что я его понял, а он меня не понял, ни грамма. Он засыхлен, он всю жизнь проработал в этой секс-индустрии. От блуда мозги проеденные во всех направлениях. А он сам говорит, всю жизнь в этом блуде жил. Тормозите и считайте. Тут отрицательные отзывы, и не такой я, и ну, прочее такое. Ну, неважно, но главное... Отзывы вот такие вот, что люди хоть что-то маленько увидели. А то ему тут хорошее они воткнули, шило. Все.